тема, план, точнее, сегодняшней лекции, он вот выглядит следующим образом. Сначала поговорим, что такое сценарий жилого пространства, потому что я уверен и убежден в том, что нужно проектировать именно с точки зрения сценария, а не с точки зрения того, как расставить мебель. Второе, мы поговорим про функциональность, затем, конечно же, про красоту, потому что мы все-таки про дизайн. Четвертое, такую тему затронем, как психология. И пятое, это последствия, которые оказывает на нас то жилое пространство, в котором мы находимся. Хотим мы этого, не хотим, но последствия будут. И от нас с вами зависит, какие это будут последствия. Вот, позитивные или негативные, да. Проблема заключается в том, что эти последствия мы не можем сразу оценить их масштабы и их позитивное влияние. Как, например, если вот мы берем такой опыт взаимодействия с врачами, то там сразу становится понятно, болит у тебя рука после операции там или нет. Там, то есть там тот зуб тебе удалили или не тот. То есть можно сразу предъявить. А здесь не так, здесь не получится. Эти последствия будут длительны и масштабны. Вот обо всем об этом сегодня поговорим. Я обо всем постараюсь рассказать и жду от вас, конечно же, вопросов. С удовольствием на все вопросы я отвечу. И, возможно, даже получится некий диалог. Я буду этому очень рад, что я буду не одна говорящая голова, да, а все-таки получится какой-то у нас, значит, обсуждение, диалог какой-то, потому что, в общем-то, это формат, наверное, я рассматриваю не как какой-то обучающий, да, не как какую-то лекцию, а все-таки вот формат диалога, чтобы я мог каким-то образом вам помочь. Вот. Так, если все нормально, то давайте плюсики поставим. Если все видно, все слышно, презентация видна. Ну, отлично. Тогда я, с вашего позволения, представлюсь. Меня зовут Иван Безруков. Я живу в городе Екатеринбурге. Проектирую в Москве, в Питере, в Сочи, в Испании. В Америке удалось попроектировать, в Берлине удалось попроектировать, на Украине. В общем, много где. Сейчас интернет такая штука, что позволяет нам, в общем-то, творить в любом уголке Земли. Мой личный опыт 20 лет, даже уже 21, потому что с 2000 года я занимаюсь проектированием именно интерьеров и архитектурой. Более 1000 проектов сделано в моей студии. Мы делаем очень много. И рекорд это 130 проектов в год. Вот, это достаточно много, то есть это 10 проектов в месяц мы выдавали. Вот, был у нас такой период времени, очень интересный. Я пытался построить бизнес и такой, ну, если можно так выразиться, некий конвейер. Ну, что, собственно говоря, и получилось. Почему я это говорю? Потому что накоплен огромный опыт и позитивный, и негативный. То есть та обратная связь, которую я получал от своих клиентов, она огромна. И этим я могу с вами поделиться. Я руковожу студией, как вы поняли уже, собственно, она называется студия «Градис». В переводе означает «грамотный дизайн». Почему-то вот так я решил когда-то назвать свою студию. Я преподаватель в собственной школе. Я разработал авторский курс, где я преподаю дизайн и учу начинающих дизайнеров, практикующих дизайнеров, в общем, всех желающих тем принципам, тем подходам, тому взгляду, который я, в общем-то, воплощаю в своей студии. Ну и блогер. Я пишу очень много статей, я снимаю очень много роликов. Вы можете посмотреть меня в Инстаграме, там ссылочка где-то была. Градис Интерьер,
заходите туда, там очень много полезных статей. Я думаю, особенно начинающим будет полезно и интересно почитать, посмотреть. Я много всяких полезняшек пишу. На YouTube, например, я снимаю очень много роликов про планировки. Там прямо гора роликов про планировки. И поэтому после сегодняшней лекции вы сможете зайти, посмотреть и дополнить те знания, которые я сегодня постараюсь с вами поделиться. То есть сегодня, завтра, послезавтра, когда угодно, вы сможете это сделать. Подписывайтесь. Gradis Interior и в Инстаграме, и в Ютубе. Ну и ВКонтакте тоже. Начну я лекцию вот с чего. Я такую штуку интересную встречал и не раз, кстати говоря, и даже довольно часто. Это когда рассказывают, что ну, на каких-то курсах или даже в институтах преподаватели говорят о том, что ваша планировка должна быть красивая. И тогда ну, она уже в априори будет хороша. Вот. Я долго думал, что не так, потому что вот эти красивые планировки, вот пример, например, одной из них здесь перед вами, ну, она просто дико неудобна, в ней жить катастрофически плохо. Я вот все гадал, почему так говорят. И в какой-то момент меня, кажется, осенило. Они, наверное, говорят про оформление, что оформление должно быть красиво, ну, то есть листа, чертежа как такового, то есть про подачу, что подача должна быть красивой. Я с этим согласен полностью. Но вот некоторые товарищи интерпретируют не совсем верно, на мой взгляд, и понимают это буквально и считают, что планировка должна быть красивой. Вот яркий представитель. Здесь человек пытался сделать просто планировку красиво. Здесь нету ни грамма эргономики, здесь нету речи ни о каком удобстве, здесь нету речи о понимании того, что людям нужно вообще по жизни. Поэтому я сегодня постараюсь поделиться и рассказать, чтобы вы вот, ну, делали не просто красиво, красиво само собой, а так, чтобы ваши клиенты, нынешние и будущие, говорили о вас, знаете, с придыханием своим друзьям, родственникам и так далее, потому что вы будете понимать и делать удобно, что вот по жизни будет удобно. У меня есть клиенты, которым много-много лет уже сделан ремонт, и они до сих пор, когда случается нам поговорить, говорят: Иван, спасибо, какое удовольствие мы до сих пор испытываем и восхищаемся тем пространством, которое вы для нас создали. Вот. Поэтому давайте к этому стремиться. Ну, а про эту планировку в двух словах, если говорить, ну вот про эргономику я заикнулся, если вы обратите внимание, например, между кроватью и стеной, это помещение номер 6, очень маленькое пространство, очень маленький проход пройти будет, ну, постоянно это будет неудобство туда проходить. Второй шкаф в этой же спальне, он очень маленький. И вы с этим согласитесь, когда посмотрите на свой гардероб. А здесь все-таки два человека, муж, жена. Но вот у меня лично шкаф примерно где-то вот 2 метра в длину. У жены столько же, где-то 2 метра. То есть вот на нас это просто длину погонных метров. То есть вот для нас, для двоих нужно 4 метра шкафов. Вот. А хотя я бы не сказал, что прям какое-то огромное количество одежды. Вот. Ну и здесь, если разбирать по пунктам, то очень много всего. И заканчивая красотой, потому что оформлять такой интерьер вот с такими загибулинами очень непросто, и выводить его в какую-то красивую историю. А очень много острых углов нефункциональных, как это будет смотреться, непонятно. Вот. Я прошу вас каким-то образом реагировать, потому что я хоть буду понимать, вы меня слышите, видите, соглашаетесь, не соглашаетесь, вопросы появляются или не появляются, но просто какую-то обратную связь, потому что тяжело говорить в экран и не видя аудитории. Потому что когда вживую выступаешь, все-таки видна аудитория, можно пообщаться, задать вопрос, поговорить. А здесь такого нет, поэтому как-то реагируйте.
Планировка – очень интересная история. Я раньше думал, ну, как и большинство людей сейчас, что это очень просто, потому что ничего сложного – это, собственно, поставить диван. В комнате нет. Диван, кухню, стол, ну и так далее. А что тут такого? И, в общем-то, с большим успехом делал вот такие вот красивые планировки, которые я вам уже показал. Ну, вот такие. Я примерно тоже как-то вот когда-то давно примерно тоже стремился сделать красивые планировки. Пока не прочитал вот эту кучу книг, ну и не только эту, а еще больше, здесь на экране только, пожалуй, самые такие значимые, которые я бы рекомендовал прочитать, и вообще без них бы даже не начинал, потому что, ну, вот, наверное, здесь скрыта вся суть, наверное, вот. Соответственно, вот этот вот объем знаний, который я накапливал с годами, позволял мне делать планировки немножко иначе. Это не значит, что они какие-то, ну прям вообще какие-то невероятно красивые с точки зрения, значит, художественной композиции. Совсем нет. Я начал думать совершенно в другом направлении. В каком пространстве будет удобно жить человеку, семье конкретно. И это далеко не всегда красивый чертеж. Вот. Это нечто иное, это нечто неуловимое. Хотя вроде бы казалось, планировки, которые там рисует, ну, там застройщик, и планировки, которые рисуем мы, ну, в принципе, похожи. Ну, те же три комнаты, те же диваны, те же столы, те же ванны, там, ну, приборы все те же. Набор один и тот же практически всегда. Но по качеству они получаются совершенно разными. Я имею в виду по качеству проживания. А так как покупка – это очень дорогая квартира, я имею в виду, и мы проводим там очень много времени, то этот вопрос становится архиважным. И вот здесь я нарисовал, как я развивался в этом вопросе. Ну и, наверное, как вы будете развиваться в этом вопросе. Первое, с чем мы работаем, это функциональность. Ну, понятное дело, в первую очередь удобство, вот эргономика, про то, что вот я уже сказал. Хотя вот некоторые и до этого еще не доросли. Это удобство перемещения, это удобство пользования теми вещами, которые находятся в интерьере и самим пространством. Это удобство хранения вещей. Это правильное распределение вещей в пространстве. И неважно, какого размера квартира или дом. Это, конечно, безусловно, важно. Но какой бы ни была квартира или дом, мы должны обеспечить удобство. Удобство, безопасность, стабильность и развитие. Об этом чуть позже. Следующий уровень, который, ну вот я стал постигать и осваивать, это красота, наверное, да, то есть планировка влияет на красоту. Я уже имею в виду красоту дизайна, потому что это композиция, да, ну, наверняка учились, а есть, кстати говоря, кто не учился, ну вот вообще нигде, есть такие? Давайте, кто заканчивал профессиональное какое-то учебное заведение, поставьте пятерочку, а кто не заканчивал, ну просто вот, вообще, вот, так сказать, темный лес для вас, поставьте десяточку, да? Так, ну вроде вот пока все, кто пишет, это пятерка. А, вот кто-то не заканчивал в процессе. Ну, в процессе это значит пятерочка. Значит, кто заканчивал, кто обучался, тот, естественно, проходит в институте, там, на курсах, неважно где, такой предмет, как композиция. Да? Значит, тот, кто не обучался, Саида, есть такой предмет, называется композиция. Мы все понимаем, что композиция – это все, что окружает нас. Любой предмет – это композиция. Там, стакан, композиция, лампа, композиция, рубашка, композиция, любая одежда, любой наряд – это композиция.
Здание – это композиция, машина – это композиция, текст на листе – это композиция, реклама, которую мы видим – это композиция, все композиция. Вопрос, хорошая или плохая? Мы с вами работаем с объемно-пространственной композицией. Да? И в композиции важно учитывать формы, цвет фактуры. Но вот когда мы работаем с планировкой, это мы работаем с формой. Вопрос, как эта форма будет смотреться в последующем. И вот это вот следующий уровень, следующий, наверное, слой такой, до которого мы постепенно доходим сами, я вот сам до него доходил. А вот третий уровень, более такой, еще более важный, на мой взгляд, это уровень психологии. Как окружающая среда действует на нас и действует на людей, которые будут там жить. А действовать она будет однозначно. То есть даже тут как бы спорить нечего. С 70-х годов эту тему изучают. Ну, даже чуть раньше начали. Ну вот, пожалуй, так серьезно, наверное, с 70-х. Именно как окружающая среда влияет на человека. Все, что вокруг нас, это искусственно создано нами. И вот это искусственно созданное нами влияет на нас так или иначе. Простой пример. Вот вам две комнаты, одна бетонные стены, 3х3, лампочка Ильича и, значит, панцирная кровать. Маленькое окошко. Как это будет на вас влиять? Мне кажется, немножко удручающе. И если вы проведете в такой комнате лет 10, то нетрудно представить, что из вас получится и в каком настроении вы будете идти по жизни. Да? А другой пример, комната, ну пускай будет там тоже 3х3, но там в красивых обоями с цветочками, окно во всю стену, там деревья за окном, красивая мебель. Люстра там, не знаю, пускай со стразиками, вот, легкая классическая музыка, это совершенно другой человек будет. А вроде размер тот же, высота потолка тот же, просто разное оформление, но мы получаем разных людей. Это называется психология. Так вот, то, что вы проектируете, начиная с планировки, вот планировка очень серьезно влияет на психику, на психологию, на ощущение человека того пространства, в котором он находится, на его вот это внутреннее состояние. И теперь здесь очень важно подчеркнуть следующее. А вы хотите, чтобы вас рекомендовали, чтобы вас передавали как суперценного, классного специалиста, знаете, там как дорогих врачей по рукам передают, как репетиторов особенно ценных передают там из рук в руки. Вот хотите ли вы такого? Если да, то давайте 100 прямо, 100% это пускай означает. Если нет, ну напишите там 90. На 90% хочу, чтобы меня рекомендовали. То есть, или 10, ну то есть это совсем не хочу, или 0 вообще не хочу. Так вот, то, как вы свое пространство построите, будет зависеть то, будут вас рекомендовать или не будут. Согласитесь, это важно. Естественно, это приводит к последствиям, про которые я уже заикнулся. Ну и последний слой, к которому я пришел, вот такое понимание, это то, что планировку нужно планировать, исходя из сценария, не исходя из функциональности там, красоты, ну вот этого всего, а именно из сценария, то есть сценарий это все вверх. Вот про него я вам сейчас расскажу. Когда мы говорим про сценарий, мы сразу в голове себе представляем, что-то один человек отписался, 100% хочет, чтобы его рекомендовали, остальные, видимо, не очень. Ну окей. Хотя было бы неплохо узнать, а почему, собственно, вы не хотите, чтобы вас рекомендовали. Вот наша студия живет примерно, у нас 80% заказов, 80% это сарафанное радио, а может даже больше, наверное, даже больше. Это только сарафанное радио нас рекомендует. Вот.
несмотря там на активные все истории в Инстаграме, в Ютубе и так далее. Это рекомендация. К сценарию. Мы привыкли к слову «сценарий» из кино. Что такое сценарий в кино? Это сидит дядька, который пишет сценарий там какое-то время, потом кино снимает режиссер, и вот мы приходим в кинотеатр, смотрим кино, там час или три часа, хлопаем в ладоши, если нам понравилось, если не понравилось, значит, просто уходим и забываем про то, что там произошло. Все это происходит в течение, ну вот, полутора-трех часов, как я сказал, на экране. И все классно, мы пришли, получили удовольствие, развлеклись. Если понравилось, то здорово, если не понравилось, то ну и бог с ним. Как бы жизнь-то продолжается, пошли дальше там гулять и что-то такое делать. А что делать, когда речь идет о квартире или о доме? Мы, если напишем сценарий неправильно, какой-то не такой, то люди будут жить там, пользуясь неправильным сценарием, и жить они там будут 5 лет, 10, 15, а может быть до конца жизни еще эту квартиру передадут, как делали наши родители. То есть они получали квартиру и жили там долго-долго. Поэтому даже на этом примере становится понятно, что вопрос планировки архиважен. Мы планируем пространство, мы проектируем пространство, мы программируем это пространство для той или иной жизни, если хотите, так можно сказать. Если в этом вопросе плохо разбираться, то ваш сценарий будет плох. Но беда в том, что из этого кинотеатра как бы никто не выйдет, в нем будут жить. То есть вы создаете, это кино наяву. Вы создаете всю эту историю наяву. Какие сценарии бывают в жизни? Да их сотни, их тысячи. Вот примеры здесь. Вот, например, семья, три человека. Да, банальная история. Вот вам сценарий номер один. Зашли домой. Как они раздеваются, куда они вешают одежду, какие вещи они с собой приносят, какие гости с ними пришли, что они делают дальше, как проходят, куда проходят. Вот вам сценарий номер один. Сценарий номер два – готовка еды. Еду можно готовить по-разному. Я раньше думал, что нет, вот кухня, пришел, приготовил, все, спасибо, поели. Нет, сценарии приготовления могут быть разные. Есть сценарии радостные. Есть сценарии не очень радостные, есть угнетающие сценарии. Прием пищи, совместный отдых, уединенный отдых, секс – это тоже сценарий. Причем не сам, ну имеется в виду, что сейчас вот сценарий выстроили, и сейчас по сценарию все это будем делать. А вот произошло, а что дальше? Ну, душ, там, значит, переодеться. Окей, а если дети… И то есть получается, что мы должны выйти в коридор, а если там дети, это значит, нужно что, дождаться ночи, обмотаться чем-то, чтобы тебя не заметили, вот, или сделать планировку такой, чтобы вот, вот этого всего избежать, понимаете, ну, начинайте немножко понимать, и так далее, и так далее. Сценариев много. Сейчас я вам покажу пример, два разных сценария. Начиная со сценария, чтобы вы сразу, ну так, как говорится, сразу въезжали в тему. Одна и та же квартира, две кардинально разные планировки. Сценарий номер один, сценарий номер два. Напишите, пожалуйста, видно ли вам, ну плюсик можете поставить, слышно, видно, а то немножко тишина в чате, и я беспокоюсь, что вдруг не слышно. Ага, слышно, прекрасно. Итак, сценарий номер один – это от застройщика, сценарий номер два – от дизайнеров. От нас, от нашей студии мы это делали. Вот смотрите, по сценарию номер один, когда мы заходим домой, мы попадаем в прихожую,
и сразу из прихожей есть вход в санузел. Все бы ничего, но когда мы будем в этой квартире находиться, получается, что мы, пользуясь вторым гостевым санузлом, будем ходить через грязевую зону. Это не очень хорошо. Лишний раз придется там убирать, затирать, да и вообще растаптывать и разносить по квартире. Все, что мы принесли с улицы, не очень хорошо. Дальше кухня. Значит, а вы сразу прослеживаете параллель со вторым сценарием, потому что там этот вопрос решен по-другому. Посмотрите в первом, где находится кухня, где находится зал. Да? В зале сразу же видно, что телевизор предлагается повесить где-то на столбу. Ну, совершенно как-то нелепо и неудобно. Напротив стоит диван. Очень странно, значит, за телевизором там по проходу кто-то будет ходить, это будет там раздражать, если просмотр кино какое-то и так далее. Плюс сам экран может бликовать напротив входа, ну и вообще какая-то расстановка немножечко странная. В другой планировке это решено иначе, видите, да? Сейчас объясню, что. Кухня в сценарии номер один, когда мы готовим, мы стоим лицом к стене. Ну, например, по сценарию так проектант заложил, что когда мы готовим, мы режем вот эту поверхность, и вот мы стоим лицом, и мы стоим вот к фартуку. Да? Наверное, от этого все пытаются сделать красивые фартуки и необычные. Ну, хоть чем-то себя порадовать. Ну, на самом деле радость так себе, потому что гораздо радостнее, когда ты стоишь лицом, например, к окну или к гостям. Вот как в сценарии номер два. Здесь есть остров, и когда мы за ним стоим и готовим, то он лучше освещается, там удобнее работать, там приятнее находиться. Вот, то есть видите, как бы вроде бы какая-то ерунда, но на протяжении длительного времени это превращается в очень такой серьезный аргумент. Да? То есть здесь вы более открыты, более позитивны, чем здесь. Здесь более закрыты. Плюс в темном углу, далеко от окна. Ну, в общем, так себе история. Спальня. Здесь спальня, слава богу, предложил застройщик со своей ванной и даже с гардеробом. То есть вот это уже неплохо, да? То есть это прям прорыв, я бы сказал. Беда в том, что гардеробная совсем малехонькая, да? Это к вопросу о том, что мы не задумываемся о потребностях человека. Как задуматься о потребностях? Ну, просто посмотреть, как он живет, сколько у него вещей, как он их хранит и как он ими пользуется. И тут же станет очевидно, что эта история вообще не рабочая. Да? То есть вот в сценарии номер два мы видим гардеробную гораздо больше. Ну, потому что у нас сейчас вещей много, и нам нужна большая гардеробная. Нам нужно туда зайти и нормально взять вещи, нормально посмотреть в зеркало, вот где с торца. Здесь, например, зеркало можно повесить, да, одеться и пойти. Потом здесь в первом сценарии спальня граничит с детской. Ну, как бы неплохо, но это тонкая перегородка, которая, через которую слышны все звуки. А нам не всегда надо, чтобы было слышно все звуки. Ну, понимаете, да, о чем я? Это вынуждает нас, ну, хозяев этой квартиры, вести себя как-то тихо, там, как-то себя в чем-то там ограничивать. Вопрос, зачем, если можно сделать по-другому? Если мы можем с помощью сценария заложить совершенно другую историю и подарить нашим заказчикам совсем другой уровень жизни, как в сценарии номер два. Понятно, да, уже вот по сценариям. Итак, по каждому пункту. Пришли гости, смотрим телевизор, ребенок отдыхает, ребенок учится, ребенка купаем и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда вы так начинаете мыслить именно по сценариям, то вы начинаете сначала свою планировку простраивать не с того, что вы, значит, куда бы диван-то поставить, там, шкаф и кухню, а именно с того, как перемещаются люди, чем они пользуются, как удобнее разместить, чтобы им было комфортнее и интереснее. Вот это сценарий, то есть это другой уровень.
И по опыту я вам скажу, что люди, которые получают вот такое пространство, они потом невероятно довольны. Очень долгое время. Так, вопрос, а как согласовали перенос кухни-комната или это частный дом? Никак не согласовали, это просто пример. Пример того, как можно сделать в одном и том же пространстве одного и того же контура две совершенно разные планировки. Вот почему застройщик так делает неудобно, для меня загадка. Ну, то есть как бы ему все равно. Вот. Это вопрос уже к нему, почему он изначально не может сделать нормально, хорошо, продуманно. С точки зрения согласуемости, это несогласуемый вариант, конечно же, да. Кухню переносить нельзя на жилое пространство, ну, чтобы сразу все понимали. Конечно, на нас накладывают ограничения ЖК РФ, так называемые. Это те законы, которые регламентируют, что можно, что нельзя. И в данном случае вы совершенно правильно, абсолютно подметили, что кухню нельзя переносить на жилое пространство, кроме случаев, если под вашей квартирой не находится какое-то общественное пространство. Ну, например, офис, магазин, там, склад или что-то такое. Вот тогда можно. Вот. Но здесь же пример. Пример того, как в рамках одного и того же контура мы можем сделать один сценарий и второй сценарий. Да? Кстати, вот во втором сценарии ради расширения пространства, обратите внимание, между ванной и кухней-столовой в стене сделана светопрозрачная конструкция. Грубо говоря, стекло. И когда мы пользуемся ванной, ну, например, мы можем принимать ванну, и к нам будет проникать свет. Ну, это же здорово. Это, во-первых, свет, во-вторых, расширяет пространство. В-третьих, сам дизайн становится интересней. Мы можем это стекло, например, сделать так называемым смарт-стеклом. Мы можем его нажать на кнопочку, оно станет матовым. Снова нажать, оно станет прозрачным. И когда оно прозрачное, у нас становится пространство такое перетекающее. Ванная в кухню-столовая и наоборот, то есть оно больше становится, то есть начинается игра света, тени, какое-то преломление света начинается. Ну, то есть, подумав вот об этих сценариях, то есть ты начинаешь уже по-другому немножко фантазировать. Вот, то есть видите, то есть как бы какой-то интерес появляется. Ну, идем дальше. Перейдем к следующему уровню. Ну, точнее, к следующему пункту плана сегодняшней лекции. Это функциональность. Что такое функциональность, собственно говоря, это первое, о чем мы думаем. То есть, первое, как удобно расставить мебель. Ну, это вам поможет книга по эргономике, я бы вам порекомендовал. Есть книги по эргономике, и вот она должна быть прямо у вас настольная на книге. Эти исследования, изучение человеческого тела уже давным-давно все проведены, все изучено и все известно, там какой глубины шкаф, какой высоты стол, какие расстояния нужно делать, чтобы было удобно пройти между кроватью и стеной, например, да, то есть вот я вам показывал планировку красивую, там об этом не слышали, к сожалению. То есть вот это про эргономику, это про удобство. Это про удобство. А удобство заключается не только в том, как удобно пользоваться, но и в том, как удобно обслуживать. Иногда бывают такие зачудительные планировки, что обслуживание этого пространства становится очень затруднительно. То есть не подлезть, не дотянуться, что-то не заменить, не поменять, то есть вот эти вот острые углы, про которые я говорил, то есть не позволяет это сделать. А невозможность добраться до каких-то счетчиков, до каких-то фильтров, которые нужно периодически менять, все это мы закладываем в планировки.
видите, уже немножко усложняется, то есть это не только мебель расставить, как я вам говорил. Так вот, это называется одним словом прагматичность. Прагматичность. Все люди, когда касается вопрос жилого пространства, они все прагматичны. Кто-то чуть-чуть побольше, кто-то чуть-чуть поменьше, но согласитесь, прагматичны. Вот напишите в чат, кому приходили заказчики и говорили: так, мне минимальное количество полочек, горизонтальных поверхностей, чтобы меньше вытирать пыли. Вот всю одежду за дверки скрыть, чтобы пыль не ложилась. Поставьте, ну давайте троечку. У кого вот были такие клиенты? Да, они вот к нам постоянно такие приходят. Это и называется прагматичность. Поэтому наша задача сделать так, чтобы планировка была помимо дизайна очень удобна. А удобство заключается это не только как стоит там диван по отношению к телевизору, да, но и то, как мы пользуемся шкафом. Удобно нам туда залазить или неудобно? Сейчас, извините, я тут поправил, у меня тут на экране что-то поплыло немножко. Вот. Безопасность. Конечно же, то пространство, которое мы проектируем, должно быть безопасно. Ну, банальный пример. Кто проектировал танхаусы? Кто-то сталкивался с таким чудом архитектуры? Танхаус называется. Я и не видел еще ни одного танхауса, в котором была бы нормально запроектирована лестница. Во всех танхаусах это какой-то ужас просто. Почему? Потому что все старается вот так поджать. Вот как бы какой-то колодец вот такой сделать, вот чуть ли не вертикальный. Соответственно, лестницы, ну вот какие-то вот такие. Как по ней подниматься, непонятно. То есть это, ну, как бы, это просто банально небезопасно. Вот. А это все вопрос планировки. Вот. Ну, это уж такой экстремальный вариант, но даже с расстановкой мебели там тоже много чего интересного. Как там, например, ванна размещается, чтобы из нее удобно выходить, как душевая кабина размещается, чтобы из нее удобно было выходить. Это тоже вопросы безопасности. Вопросы безопасности, чтобы мы там ощущали себя безопасно. Но это уже мы в область психологии немножко переходим, чуть позже об этом. Стабильность и развитие. Ну, со стабильностью все понятно. Это, то есть мы приходим домой, и мы знаем, что вот у нас все как было, все так и будет, никто ничего не поменяет, не передвинет, стена не рухнет. Ну, банально. А развитие – это желание человека постоянно постигать что-то новое. И мы с помощью планировки, вот сейчас вот себе пометьте где-то, запишите, можем человека развивать. То есть мы можем ему дарить такой некий мир, в котором он мог бы постоянно как-то развиваться, что-то узнавать для себя новое, что-то додумывать, дофантазировать. Приведу банальный пример, чтобы стало понятно. Например, комната большая, длинная, вытянутая, ну, неважно какая. За ней следующая комната. И вот, например, мы можем сделать из одной комнаты дверь во вторую. Но как будет восприниматься это пространство? Мы зашли, мы глазами его все просканировали, увидели все четыре угла, все двери, которые имеются. Все, мы сориентировались в пространстве буквально 5 секунд, и оно нам стало неинтересно. Все, потому что мы его изучили, здесь нет никаких опасностей, все хорошо. Значит, банально, если хотите, нам спокойно и уютно. Все, нормуль. А если поставить стеночку не до конца между этими двумя комнатами, то есть в стеночку ее не упирать, то есть мы будем видеть, что за этой стеночкой что-то есть еще. Но полностью мы этого видеть не будем. Понимаете? И наш мозг будет постоянно додумывать, что там за этим находится. Вот. Вот так вот с помощью планировки мы можем делать пространство немножечко интереснее, чем оно есть на самом деле. То есть вот банальный прием. Это вот только с точки зрения планировки.
Идем дальше. Красота. Конечно, когда мы говорим про дизайн, мы все ждем от, ну, наши заказчики ждут от дизайнера не только каких-то решения функциональных вопросов, но прежде всего это красивая картинка, они нам несут аналоги, какие-то красивые референсы известных дизайнеров и не очень. Значит, и вот мы хотим красиво. Но красота начинается с планировки. Согласны со мной, что с планировки начинается? Почему? Потому что, как я уже сказал, это объемно-пространственная композиция. То есть у нас есть некий объем. То есть квартира – это объем. Пол, потолок, стены. Этот объем как-то поделен на какие-то секции, то есть на комнаты, вот какими-то перегородочками. Соответственно, каким-то образом мы его подробили. Вопрос, как подробить? На какие формы мы подробим этот объем? У нас, например, может быть вот такая форма. Попробуйте представить ее в объеме. Вот у нас есть одна прямая стена с окном, вокруг нее закругленные, потом какое-то углубление, опять закругленные, острые углы, тупые углы. Эта форма динамичная, да? То есть она создает динамику. И такая форма была бы классна, наверное, в каком-то ночном клубе, где нужно двигаться, то есть... Возможно, в ресторане где-то, или в каком-то выставочном пространстве, где нам нужно заставить людей двигаться, то есть идти по какому-то направлению, но не в квартире. Почему? Давайте вспомним курс лекции по композиции. Какая самая статичная фигура в композиции? Пишите в чат, а я подожду. Сейчас проверим ваши знания. Какая самая устойчивая фигура, статичная, устойчивая? Квадрат, конечно, квадрат – самая устойчивая фигура. Но на самом деле не квадрат, а треугольник, то есть когда он стоит плоскостью к низу, то есть не углом, а плоскостью, вот это самая статичная фигура. Но самая основательная, самая вот надежная – это квадрат, куб, то есть куб. А человек по жизни и на протяжении всей своей истории старается упорядочить то пространство, в котором он находится. Посмотрите на архитектуру. Ну, то есть она вся старается стать такой, чтобы навести порядок. Чтобы было понятно, вот в пространстве правильной формы, будь то прямоугольник, квадрат, круг, овал, все понятно. То есть нам понятно это пространство, нам понятна эта фигура, поэтому все хорошо и спокойно. Ключевое слово «спокойно». Что такое «спокойно»? Дома нам должно быть спокойно, а не беспокойно. Спокойствие, стабильность. Правильно? Ну, то есть вот нам спокойно, хорошо, расслабленно, стабильно, уютно. И если мы вернемся к истории и поизучаем интерьеры, классические, то мы увидим, что все комнаты, залы и так далее, они правильных геометрических форм, квадрат, прямоугольник. И если приглядимся еще внимательнее, то мы увидим, что мебель, которая находится внутри, она располагается
почти строго симметрично или строго симметрично. Ну, вот даже взять классические французские, ну, все же любят Францию, да, вот, вот эти все французские интерьеры, квартиры, французские апартаменты, так называемые, где посередине камин, там потом стоят так красиво диваны, кресла. Они все построены по принципу симметрии. То есть мебель как бы нанизывается на ось. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы достичь той самой стабильности и того самого равновесия. Вот если мы весы представим, у них есть посередине оси, есть две чаши, которые мы нагружаем по-разному. Если много, то она перевесит. Там, где мало, вверх пойдет. То же самое в интерьере. Вот когда мы посмотрим на него сверху, мы увидим, что это такие некие весы. И где-то тяжелее, где-то легче, даже по планировке, когда мы смотрим. И вот наша задача как дизайнеру вот, добиться этого баланса, вот этого равновесия. Потому что когда мы говорим про композицию, это баланс и равновесие. Согласны со мной? Так вот, планировка и позволяет этого добиться. То есть вот справа мы видим прекрасный, великолепный интерьер с счастливыми заказчиками. Конечно, не всем нравится классика, но даже если вы посмотрите современные интерьеры у крутых дизайнеров, вы увидите, что у них все по такому принципу расположено. Почему? Я уже объяснил. Потому что это равновесие, значит, все стабильно, спокойно, когда у нас все вот уравновешено, такое состояние дзен, если кто, значит, связан там с этими историями буддийскими, китайскими. Вот. А это спокойствие. А спокойствие – это уют. Разве не это просят у вас заказчики, когда приходят к вам за интерьером? Именно это они и просят. А вот как это раскрасить, как это задекорировать, какие люстры повесить, какую мебель поставить, вот это уже вопрос дизайна, это уже следующий вопрос. Так вот, наша задача сделать вот этот самый баланс и равновесие с помощью планировок. Есть еще много всяких фишек в планировке. Ну, например, давайте я вам с вами поделюсь. Это точка фокуса. В каждом пространстве должна быть точка фокуса. Вот, например, здесь в прихожей, когда мы заходим, мы сразу же видим напротив какой-то некий элемент мебели, это может быть какой-то комод, сверху над которым может висеть какая-то красивая картина, то есть это такая штука, которая сразу привлекает ваше внимание. Ну скажите, это гораздо красивее, эстетичнее, приятнее и веселее, чем увидеть шкаф. Зашел домой, шкаф. Или просто висящая на крючках одежда. Ну нет ведь? Ну конечно нет. Поэтому точка фокуса. Или еще другим языком, идем на красоту. Эта фраза «идем на красоту» и вот это движение на красоту помогает нам двигаться в пространстве. То есть мы хотим идти к этому красивому месту, то есть мы хотим быстрее убежать, ну условно, быстрее убежать из этой прихожей и придвинуться вот к этому красивому месту, посмотреть, разглядеть как-то, постоять с ним рядышком, может быть, селфи сделать, сфотографироваться и пойти дальше в зал или в комнаты. Когда мы от этого места отошли и зашли в зал, у нас появляются новые точки фокуса. Слева это диванная мягкая группа, там, где телевизор, камин, диван и кресло. И вот эту всю фокусную точку посередине венчает люстра. Снизу ковер, естественно, это все поддерживает, сверху люстра. И все вот это мы закладываем на этапе планировка, понимаете, да? То есть мы здесь уже как бы уже в дизайн заглядываем. То есть вот мы уже здесь планируем. То же самое со столом.
У нас здесь есть тоже точка фокуса, есть направление взгляда, оно не одно, но одно из них – это направление к стене. Мы, безусловно, туда посмотрим, а там стоит красивое пианино. Ну, это была просьба клиента сохранить пианино, да, и мы его здесь сохранили, поставили вдоль стены, там красивые светильники, сверху на пианино замечательный декор. Все это формирует еще одну точку фокуса. Другими словами, точка фокуса – это центр композиции. Центр. Вы же знаете, что такое центр, да? То есть это что-то главное. Что-то главное мы должны выделить. То есть это не обязательно должен быть центр комнаты. Совсем нет. Это может быть картина на стене. Это может быть какая-то красивый арт-объект на полу. Это может быть люстра. Это может быть какой-то дизайнерский диван или кресло. Что угодно это может быть. Даже книги могут быть в стеллаже. Понятно, нет, о чем я говорю. Если да, то давайте пятерочку поставьте. Если нет, то спрашивайте. Понятно, как планировка связана с красотой? То есть вы для себя линию-то эту как-то, ну, прочертили, какую-то взаимосвязь прорисовали, простроили в плане. Класс. Класс. Дальше. Есть, так как мы сейчас с вами сталкиваемся с маленькими пространствами все чаще и чаще, потому что недвижимость стоит дорого, особенно в Москве, и встает остро вопрос, а как сделать это пространство больше, ну, по крайней мере, визуально? И вот здесь вот есть очень много всяческих ухищрений, фишек, всего-всего-всего, чтобы, ну, знаете, там зеркала, например, да, расширяют пространство, стекла расширяют пространство, светлые помещения, безусловно, холодные цвета, вот если про цвета поговорить, да, то есть вот теплые цвета, они приближают, а холодные отдаляют. То есть, поэтому, если вы, например, стеночки сделаете холодных оттенков, то они у вас как бы немножечко раздвинутся. Этот прием нашли еще давным-давно художники. И если вы будете ходить по выставкам, следить за художниками, то вы найдете для себя очень много приемов. И вот, когда я вот вам показывал здесь книги, то особо внимательные нашли книги, сейчас здесь я вам скажу, которую, по композиции, по художникам. Вот «Золотое сечение в живописи» называется, вот слева, например, да, рекомендую приобрести. Вот, это рассказ про композицию глазами живописца, но она применима ко всему. И лично я нашел здесь очень много приемов именно для планирования пространства. Вот прям огромную кучу. Так что искренне рекомендую. Ну и среди прочего, как я уже сказал, это стекла. Понятно, есть очень много примеров. Там даже раскладка напольных материалов влияет на увеличение пространства. Например, вы можете паркет положить направлением к окну, ну, вот спрашивают обычно строители, к окну или вдоль окна, ну, как поперек окна, и ты выбираешь так или иначе. А вот если положить по диагонали, то зрительно комната увеличится, потому что длина ламели вытянется. Вот, например, даже такая фишка. А рисунок на стенах тоже влияет, то есть он мелкий или крупный, да? Мелкий рисунок на стене, например, на обоях отдаляет, крупный приближает. Это закон масштабности, то есть масштаб, какой для нас масштаб. Вот это опять к вопросу композиции. Здесь, например, стекла, да, то есть опять ванная, опять стеклянная стена. Я лично обожаю этот прием, вот прям я его где можно,
применяю, то есть вот стекло в ванной. Ну вот представьте, вы утром проснулись, идете умываться в ванну. Это я вам сценарий рассказываю. Открываете дверь, а там светло. То есть там не темная коробочка, как обычно мы заходим, надо электрический свет включать. Нет, там светит солнышко, представляете, такое возможно. Умываемся, и у нас уже настроение совершенно другое. Или, например, мы в ванну залезли, и опять же нас радует солнышко, или мы можем даже смотреть сквозь стекло в комнату, и даже за окно, если там красивый вид, ну или просто в комнату. И получается, что ты лежишь в ванной и принимаешь вот эту ванну, там какую-нибудь соляную, еще какую-то. Ты вот не в какой-то вот замкнутой комнате маленькой, а ты в большом пространстве, у тебя вот диван стоит, там кресло, даже музыка играет. Ловите это ощущение? Оно разное. И вы как профессионалы, вы как творцы, вы это закладываете в свои интерьеры. Именно вы и никто другой. И более того, вот эти сценарии, про которые я рассказываю, они помогают вам продавать ваши идеи. Ну, то есть, когда вот вы рассказали, как вы можете ванной пользоваться, то есть, это люди по-другому воспринимают. А следующий уровень такого погружения в понимание планировки, это, конечно же, психология. Я изучил несколько книг, разговаривал с несколькими психологами. Этим вопросом, как я уже сказал, занялись относительно недавно, где-то в 70-х годах, а наши отечественные психологи и того подобного где-то вот с 2000-х. Поэтому на английском языке этой литературы много, на русском мало. Катастрофически мало, и об этом вообще никто не говорит, я нигде не слышал, то есть я это сам копал, искал, ну то есть как-то это вообще не соотносят с проектированием, а напрасно, потому что это очень сильно влияет на нас и на наших детей, которые будут жить вот в этом пространстве. Воспитание зависит от того, как это будет. Ну вот простой пример. Повели мы ребенка в садик. Мы все хотим, чтобы он был чистенький, красивенький, чтобы там было желательно вообще по-современному как-то, да? Это вопрос дизайна. А что с квартирой-то, друзья мои? Что с домом? Он же должен быть такой же, не хуже, а то и лучше, где ребенок мог бы... Ой, а что происходит? Мог бы не просто находиться в этом помещении, а мог бы как-то расти, правильно? Мог бы как-то образовываться, мог бы как-то взаимодействовать с этой средой. Вот это все психология, друзья. Сознание определяет бытие, да? Есть такое выражение, все вы знаете. И это прямо вот 100% в точку. Вот пример. Кухня, про которую я уже рассказывал, это кухня с островом. Вот смотрите, здесь собралась семья, которая все вместе готовит. Возможно ли это на традиционной кухне, которая стоит вдоль стены? Нет, невозможно, потому что там мы будем мешаться, пихаться локтями и вообще друг друга видеть не будем. А здесь, пожалуйста, мы стоим, общаемся друг напротив друга. Еще я могу сидеть на диване и общаться с теми, кто там готовит. А что это значит для семьи? Давайте подумаем. Либо мама много лет подряд готовит одна, закрытая на кухне, какую-то еду, и потом дети, вырастая, воспринимают ее как такой некой поварихой, прислугой, которая, давай там мечи все на стол. Либо это такое некое партнерство семейное, когда мы вместе. Мы вместе, мы помогаем, дети помогают. Дети на самом деле очень любят возиться, копаться, помогать. Просто они от этого довольно быстро отвыкают, когда им говорим, так, ну-ка уходи, не мешайся. Так ведь происходит на традиционных кухнях. А на такой кухне, наоборот, здесь приятно. Ну, посмотрите, все эти по телевизору показывают программы, там, готовим вместе, там,
там с Макаревичем, еще с кем-то, вот эти все готовки, они же все вот так на острове. Представьте, что это у вас в квартире, что на острове, а кто-то сидит на диване, и вот вы общаетесь лицом к лицу, можно сказать, а общаетесь не со спиной, когда кто-то на традиционной кухне будет готовить. Понимаете, да? Вот это вопрос психологии. Это вопрос того, как мы себя ведем в том пространстве, который мы создали. То есть мы с вами такие программируем жизнь наших клиентов. Интересно, нет, друзья? Не устали еще? Угу. Ну, здорово. Этот же вопрос в психологии, например, очень ярко проявляется в спальне родителей. Сейчас модно называть это словом мастер-спальня, но я предпочитаю называть это территорией родителей. Неважно, как это называть, но это организация некоего пространства, в котором проводит время супружеская пара. Что такое супружеская пара? Прежде всего, это близость двух людей, и в том числе интимная близость. Как только в семье появляются дети, то эта радость быстро исчезает. Почему? Потому что мы стесняемся детей, они нам мешают, мы ждем ночи, мы еще что-то ждем, пока к бабушке отвезем, ждем там, значит, пока он уснет, таким образом ограничивая себя. Если вы немножечко себя утрудите сходить и поговорить с психологом, то он вам объяснит, что значит отсутствие секса в семье, то есть воздержание, да? Это очень пагубно сказывается на взаимоотношениях. Вот. А откуда это идет? А это идет от неправильной организации пространства. Если бы у нас была спальня, ванна, гардероб за одной дверью, то нам нечего бояться, некого стесняться, мы закрылись и делаем, что хотим. Но когда у нас спальня, детский рядом, ванна общая, то тут же появляется неудобство и дискомфорт. И это тоже действует на психику. Согласны? Кто согласен, плюсик. Кто нет, минусик ставьте. Вот оно, видите, как с планировкой-то получается. Видите, не просто это мебель расставить. Это гораздо серьезнее. Приведу пример реальный и конкретный. Вот эта планировка, которую делала моя ученица на моих курсах, она же обладатель этой квартиры. Сверху вариант, который был изначально, планировка номер один. Снизу вариант номер два, это тот, который она сделала на моих курсах под моим руководством. В чем различие? Семья, 4 человека, 2 ребенка и, естественно, мама, папа. Конечно, сразу же под детей мы отдали комнату, которая справа. Она и там, и сверху, и снизу. Значит, она одинакова. Поэтому здесь ничего не поменялось. Теперь давайте посмотрим на прихожую. В верхнем варианте прихожая маленькая, если вы видите. В нижнем она большая, шкаф увеличился. Посмотрите, обратите внимание, это важно. Потому что если у нас не будет хватать места для хранения вещей,
эти вещи будут находить себе место по всей квартире. Везде будут валяться, раздражать нас, вызывать дискомфорт и в итоге никакой радости и удовольствия от дизайна. Здесь огромный вместительный шкаф, то есть все будет хорошо на своих местах висеть и нигде не валяться. Дальше проходим. Планировка номер один. Тут есть кухня и есть гостиная. Ну, как обычно. И как они жили? Кухня, там готовим, там едим. А гостиная, там смотрим телевизор, там же спим, потому что диван, кровать, он раскладывается. И, значит, ночью это кровать. Представим, что дети смотрят мультики вечером, а родители захотели спать. Ну-ка, дети, давайте спать. Папа, мама, можно я досмотрю? У меня еще чуть-чуть осталось. Короче, начинают скандалить. Так? Ты начинаешь их там выгонять. А еще у них игрушки остались. Ты говоришь, ну-ка, давай прибирай. И все это длится, время идет. И все это происходит в твоей комнате. Непонятно, правда, что за комната, гостиная или спальня. Вот. Ну ладно, вроде выгнали, они ушли. Легли спать. Вроде желание появилось, да, там, ну, так сказать, семейные дела. И вроде ты только вот как-то положил, так сказать, руку, куда нужно положить. И такие дети пошли по коридору. Ты куда? Я пить пошел на кухню. Да? Кто повзрослый с детьми, знакомая история? У кого детей нету, мотайте на ус. Так будет. Так всегда бывает. У меня их трое. Я знаю. Что мы сделали? Посмотрите вниз, пожалуйста. Мы бывшую кухню разделили пополам. В правой половине мы сделали кухню-нишу. Она называется еще кухня-камбуз. Находясь в... Да, тут нету острова. Но извините, квартира слишком мала. Но зато, находясь на этой кухне, мы имеем возможность общаться с теми, кто находится в зале. А это очень важно, это называется социализация. Социализация семьи. Мы ведь мало видимся. Ну что, утром встал, работа, садик, школа. Вечером пришел, поел, поужинал, кино посмотрел, спать. Но если мы при этом еще один готовит, другой в другой комнате что-то там смотрит, дети там... У себя их выгнали, потому что мешает там. А где семья-то, собственно? Зачем она тогда нужна-то? Где общение? Ну, хотя бы просто рядом там где-то, вот, ну, так сказать, чувствовать плечо. Так вот, в планировке номер два это есть. Приготовили, тут же подали на стол. Обратите внимание, стол стоит отдельно стоящим. Кстати, про отдельно стоящий стол это тоже отдельная история, потому что отдельный стоящий стол, вот тоже важно, очень важно. Для нас это как очаг, понимаете, очаг. Представляете, что такое очаг? Ну, вот огонь горит, то есть камин там, или вот костер вокруг. Который... Почему? Потому что на протяжении многих тысячелетий мы, человеки, собирались вокруг костра, вокруг очага. У нас это так глубоко в генетической памяти зашито, что нам это просто необходимо. Очаг объединяет всех. Всех. Ну, вспомните там, ну, любой фильм посмотрите, там, индейцы в шатре собрались вот, вокруг очага. Там киргизы со своими шатрами гоняют вокруг очага. Любой замок вокруг очага. Русская изба вокруг печи. И так далее, и так далее. Вся жизнь крутилась вокруг очага. Он нам нужен. Но... В 18 веке промышленная революция началась, 19-й продолжилась. Все, до свидания, очаг, здравствуй, паровое отопление, затем у нас, слава богу, газовое. И все, печь не нужна, камин не нужен, до свидания, есть батареи. Очаг исчез, а память-то осталась вот эта вот, которая у нас сидит в позвоночнике. И как ее нам вот этот вот... Знаете, это любила говорить Ксения Собчак, вот эти скрепы. Так вот, семейные скрепы, они в чем? Они вот в этих мелочах. Вот кухня и вот этот остров злосчастный, это и есть скрепа семейная. А вот стол еще большая скрепа.
И вот вообще, если задуматься, то ведь у нас все за столом происходит. Завтрак, обед, ужин, день рождения детей, день рождения папы, день рождения мамы, там родственники пришли в гости, Новый год, праздники, поминки, все за столом. Стол, 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 нам нужен стол. Вот в планировке номер один, если вы вспомните эти планировки, стол стоит вдоль стены. Во-первых, это неудобно и не гигиенично, потому что вдоль стены стена засаливается. С точки зрения дизайна это катастрофически некрасиво. А здесь отдельно стоящий стол, как очаг, вокруг которого мы можем собраться, какое-то пиршество устроить, гостей позвать, в игры поиграть, детей посадить, уроки делать, пока готовим. Вот. Ну ладно, хватит об этом. Кто хочет подробнее, может на курсы ко мне прийти. Там я рассказываю, учу. Там на протяжении месяца мы только планировками занимаемся. Сейчас пока вот время сейчас уже истечет. Но мне кажется, что суть-то вы уловили. Что тут еще? Диван и телевизор. То есть получается, пусть и скромная, но полноценная гостевая зона общая, неразделенная. А вот во второй половине кухни, помните, кухню там мы пополам поделили, вот во второй половине слева там стоит кровать, кровать супругов. Как мы на нее попадаем? Через балкон. Что мы сделали с балконом? Утеплили его, утеплили балкон, и теперь через балкон мы можем пройти и попасть в свою собственную норку, в свой уголок, где мы можем с комфортом проводить время. На балконе у нас одновременно гардероб, а с другого торца еще и рабочее место. Ребята, здесь 45 квадратных метров в этой квартире. Можете себе представить, здесь люди получили вообще по максимуму все, что возможно. Нету ни сантиметра бесполезной площади. Вот. Мы когда с Юлей сделали эту планировку, моя ученица, я уже говорил, она прям в шоке была. Обалдеть вообще. Вот. Счастлива, да не могу. Вы прочувствовали разные сценарии. В планировке номер два дети могут сидеть допоздна смотреть мультики. Они могут даже разбросать игрушки в общей гостевой комнате. Да плевать, ушли на балкон, ушли к себе в спальню, легли, читаем. Все, никто никого не беспокоит. Кровать нормальная, не раскладная, нормальный матрас. Спать нужно только на нормальном матрасе. Никаких раскладных диванов. Это все чушь, бред и... до свидания, позвоночник. Вот, и теперь главный вопрос по этому четвертому пункту. Скажите, пожалуйста, семья, которая живет в квартире номер два, ее дети будут отличаться от тех, которые живут в планировке номер один? Да или нет? Будут ли они отличаться по своему воспитанию, по своему отношению к миру, по своему отношению к родителям, по своему отношению между собой? От родителей зависит очень много. Очень. А еще очень много зависит от той среды, в которую попадают дети. Детский сад, школа, институт, улица, секция и так далее. И квартира – это тоже та же среда, в которой они находятся. А вы знали, например, что есть много детей, которые стесняются водить к себе домой друзей? Знали об этом? Нет? А они есть. Они стесняются, им неудобно, тесно, еще что-то. Вот так. Ну, это не сразу понимание приходит со временем, то есть это, ну, как бы должно такое некое переосмысление пройти, вы вот проживете как-то с этим, некоторые говорят, переспите, да, с этой мыслью, вот, уже как-то уляжется, поделаете, опять уляжется. Вот. И это сознание немножечко вот будет вот как бы с опозданием, но приходить. Но вот зернышко я, так сказать,
вам это закину. И, собственно, то, о чем я говорил о последствиях, которые будут в зависимости от того, в каком пространстве мы находимся. Вот здесь небезызвестный Гарри Поттер, который жил под лестницей. Ну, с ним-то по итогу все хорошо случилось. Но это кино, это выдумка. А в жизни все происходит не так. Дети, которые живут в замкнутых пространствах, например, в маленьких, они вырастают замкнутыми, скромными, им тяжело адаптироваться в жизни. Понимаете? Вот эта серость там, да? Вот почему любая там француженка берет, оформляет свою квартиру, и это прям какой-то вот, ну, красота. Она нигде не училась никогда. Почему у них это в крови, а у нас этого нет? Почему нам нужно прилагать столько усилий, чтобы к ним там хоть приблизиться? Окружение. Что нас окружает? Хрущевки да панельки. Асфальт. А то и просто грунтовка. Так? А у них как? Дома османа один лучше другого. Дворцы и так далее. Но у нас что, Питер только может похвастаться вот этой вот средой, да, богатой, где, находясь, можно насматриваться вот, и вот этот опыт получать красивый, где творили архитекторы с мировыми именами, где есть на что посмотреть, где есть композиция, где есть золотое сечение, где есть ордер. Знаете, что такое ордер в архитектуре? Вот, поэтому окружение на нас влияет на всех. Просто мы этого не замечаем. Почему? Потому что мы привыкаем. Мы, человеки, привыкаем ко всему. Значит, если ближе к практике, то для нас, дизайнеров, вот эти вот последствия очень важны с точки зрения рекомендаций. Какие будут последствия? Ну, то есть, вот у вас, если клиент счастливый, и ему все нравится, он доволен, получает удовольствие, он вас рекомендует. Если нет, то, знаете что, до свидания. Как, ну, никто вас рекомендовать. Ну, плохого, может, не скажет, но и не порекомендует. Они обычно говорят так, клиенты. Ну, вы знаете, как-то, ну, все ничего, все нормально, как бы, вот, вот квартира, нормально мы живем, но, как бы, я вам не буду телефон давать, ну, как бы, не надо. Вот так, вот. Вот при таком варианте так скажут абсолютно точно, потому что будет не хватать места, где хранить одежду, потому что будет неудобно обходить вот эту вот кровать, и так далее, и тому подобное. Вот, а все мы, конечно, мечтаем о счастливой семье, о красивом интерьере, и, в общем, чтобы всем было счастье, дом, мир и все такое прочее. Вот. Ну, согласитесь, что вот это пространство, которое окружает эту семью, оно совершенно другое, и жить в нем гораздо приятнее и счастливее. А в завершении я вам хочу вот что показать. Так, а что-то не работает. О! Заработано. Мы повидали на своей практике очень много квартир, домов, планировок. Если мы говорим про квартиры, то застройщик практически никогда не заморачивается за планировки. Если он говорит, что заморачивается, то нет. И мы все время сталкиваемся с какими-то проблемами. Здесь места не хватает, там ванна маленькая, здесь что-то со спальней не то, ну и так далее, и так далее. Все не нравится, все не так.
и, в общем, решили придумать свою идеальную планировку. И вот здесь вот пример дома вот с этой самой идеальной планировкой, как нам кажется. Вот сейчас мы, кстати, такой дом строим вот с этой самой идеальной планировкой, который должен отвечать, ну, на 90% там с хвостиком простой статистической семье. Давайте я вам расскажу. А вы оцените, насколько соответствует, не соответствует. Я не буду показывать фасады. Потом, если захотите, вы можете посмотреть. У меня в Инстаграме, на Ютубе будет ролик. Пока не сняли, будет. Но в Инстаграме он есть. Во-первых, дом нужно делить на территории. Есть территория общественная, есть территория частная. А еще есть такое понятие, как градация интимности помещения. Чем интимнее помещение, тем оно дальше от входа в дом. Понимаете? То есть общественные территории ближе ко входу, спальни дальше. Вот здесь прямо по центру вы видите входную группу. Заходим, небольшая прихожая. Справа сразу же гардероб с двумя большими шкафами. То есть это значит, что нам одежду никуда таскать не надо будет. Мы можем спокойно с семьей, тут 4-5 человек зайти, переодеться и пройти дальше в дом. Когда мы дальше проходим, мы попадаем в галерею. Это галерея полностью стеклянная, сквозь которую виден двор. Мы рассудили так, что зачем уезжать за город, чтобы заходить в какую-то бетонную коробку там, или в кирпичную коробку и не видеть природу. Нет, природа должна быть все время с тобой. То есть мы еще даже в дом толком не зашли, а с тобой уже природа. То есть перед тобой там какие-то деревья растут и так далее. Это дерево там или вот эти кусты, а по желанию можно и фонтан какой-то. При нахождении дома со всех сторон, изо всех комнат будет виден. Вот со всех трех сторон его видно. Налево это общественная территория, направо частная. Почему так? Почему через такой центральный вход? Да потому что это своеобразный звуковой такой разделитель, звуковой буфер. Если, например, слева там в этой общей комнате идет какая-то там вечеринка громкая, то справа мы можем спокойно отдыхать, спать, и мы ничего не услышим. Потому что планировка – это не только про то, что мы видим глазами, это то, что мы чувствуем. Вообще дизайн – это про чувства, про 5 чувств. И слух – это тоже, это про то же. И вот есть очень много отзывов, и вы их наверняка тоже получаете, когда клиенты недовольны. Вот я живу в квартире, мне все слышно. Соседи снизу, сверху и так далее. Здесь ничего слышно не будет. В гостиной есть кухня, есть столовая, стол, где может быть огромным, есть диванная группа и есть панорамное окно, куда мы можем смотреть. Фишка этого помещения в том, что оно освещено с 4 сторон. С 4. Где вы видели такие пространства, чтобы с 4 сторон было освещение? Где бы ни находилось солнце, здесь будет все время светло. Здесь будет супер светло. Солнце – это витамин D. Это то хорошее настроение, это то позитивный настрой, который нам дает солнце. А регионы, где солнца мало, с этим проблема, нужно пить витамины и так далее. А у кого с солнцем там все нормально, то они как-то чувствуют себя лучше. Вот этот вопрос здесь, насколько возможно, мы решили. А кухня с островом, разумеется, а как иначе? Рядом с кухней, обратите внимание, сделана кладовочка. Вот видите, кладовка для там продуктиков, для какой-то грязной так называемой кухни, где могут быть стоять, не знаю, там тостер, комбайн, там что-то такое, где мы можем готовить, и вот крошки не разлетаются там, ну точнее они разлетаются, но мы потом вышли, дверь закрыли и все. Можно самогон там варить, например, поставить эту штуку. У меня папа просто варит самогон, и когда вот он эту всю фигню расправляет, это все там, кухня вся занята. А здесь можно это все нормально с комфортом сделать. А отсюда мы можем выйти на террасу вот с этим деревом, мы можем выйти во двор туда дальше, панорамное окно, через которое мы видим лужайку, или у вас вид прекрасный, или море, там что хотите, там горы, лес, то есть виды будут великолепны. Справа у нас есть 2 территории, одна снизу, другая сверху. Снизу это территория родителей, сверху это территория детей.
Почему поделено? Потому что дети должны жить максимально автономно, насколько это возможно, от родителей, чтобы вообще минимум пересечений было, особенно когда дети подростки. То есть у них есть своя ванна, ну понятно, свои комнаты, и некое даже общее пространство в виде холла. Здесь это видно. И из этого холла, вот там, где окно, это не окно, это дверь, из которой мы можем выйти на террасу, которая как раз вот над гостевой зоной. Представляете, как круто. То есть дети могут выйти, у них там терраса, и они сверху там могут смотреть. Ну, то есть такой элемент игры тоже получается. Здесь же наверху есть маленькая комната. Она может быть либо кабинетом, либо складом игрушек, чем угодно. Комнаты няни, там, не знаю. Ну, в общем, кому что в голову взбредет, там, то и можно сделать. Гардеробом, может быть. Снизу территория родителей. Обратите внимание, какая большая ванна, большой гардероб и относительно небольшая спальня. Но в спальне зато нашлось место для кресел, где можно посидеть и тоже посмотреть в панорамное окно. Сценарий очень прост. Мы зашли, закрыли за собой дверь, и мы оказались в своем мире, в своем, моем и моей любимой жены. И больше нам никто не должен мешать. Мы можем переодеться, мы можем пойти там спать, лечь или почитать, сесть, и чтобы нас никто не беспокоил. Мы можем пойти ванну принять. Причем ванна мы все стараемся построить как не просто постирочно-помывочную, а как зону релакса. А что для этого нужно? Для этого нужно залезть в ванну, там, поставить столик, там, не знаю, чашечку чая, книжку взять, посидеть, помедитировать, почитать, подремать. Вода – это наш исцелитель. То есть, помимо этого есть душ, есть зона, где туалет-биде и огромная раковина. И здесь два окна, то есть мы можем любоваться в окно, мы можем их зашторить и просто, чтобы за нами там не подглядывали, если кто стесняется, но так или иначе солнечный свет будет проникать. И еще здесь есть постирочная, отдельная постирочная, там она совмещена с бойлером. Здесь 180 метров. И вот в эти 180 метров мы постарались вот максимально удобство поместить, чтобы было не слишком много, знаете, чтобы вот этих не было там 300-500 метров. Чтобы не было зажато, чтобы вот этих маленьких комнатушек, вот этих вот, которые вот тебя удушают, сжимают, вот мечтать не дают. Вы знаете, вот почему творческие люди, кстати, вот посмотрите, да, там есть много фильмов про творческих людей, художников, модельеров, у них кабинеты огромные. Почему? А должно быть место, куда лететь мысли. В маленькие комнаты идеи не помещаются. И это не фигура речи, это так и есть. Невозможно творить в коробке. Должен быть простор. И здесь этот простор обеспечен. Включая, естественно, высокие потолки. А Светлана, крыша плоская. Везде крыша плоская, предусмотрена гидроизоляция, отвод воды, все это предусмотрено. Утепление и все такое прочее. А крышу можно использовать как терраса. Если это жаркие какие-то места, там Сочи, например, да, то туда ставятся шезлонги, столики, и ты любуешься видами, потому что там горы, красота, простор. Ребята, понравилась планировка? Напишите. Знаете, кажется просто, я вам признаюсь честно, я эту планировку придумывал месяцев 6. Здесь прям, ну понятно, что до идеала может быть далеко, не все с этим согласятся, найдут где поковыряться и все такое прочее, но я уверяю, что из 180 квадратов выжато максимум, и продумана не только расстановка мебели,
но и психологическое восприятие, и социализация, и как мы на слух будем это воспринимать, то есть будет ли нам здесь комфортно. Ну вот, опять же, например, подростки решили вечеринку, день рождения, да, куда? Либо на улицу гулять неизвестно где, либо вот ну, гулять дома, что, вот есть же где. А мы пойдем у себя пока в комнате, в своей собственной, посидим, порелаксируем. А вы там шумите, гремите, танцуете. Понимаете? Это такие моменты в жизни. Они вроде бы со стороны незначительны, но когда ты их проживаешь, они оказываются очень весомые и очень серьезно влияют на качество жизни. Ребята, я закончил. Можно поаплодировать и задать вопросы. А пока вы пишете вопросы и формулируете их в своей голове, я вам хочу сказать, что все это я рассказываю на своих курсах. У меня есть школа «Сурового практика», где я учу. Кстати, 15 июля будет стартовать следующий поток. Если вам интересно, то пишите мне в Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм, пишите в Директ. Мы учим, я учу лично, это даже такое наставничество. Каждый урок лично, проверки домашек лично, разбираем все не по одному разу, это такое наставничество получается. Мы проходим весь дизайн-проект, начиная с планировки, ее изучаем очень подробно, затем говорим про идею, про композицию, про цвета, свет, мебель в интерьере, фактуры, ну и прочее, прочее, прочее. То есть очень насыщенный курс, много домашек, много занятий. А кого заинтересует, то пишите мне в Инстаграм, в Директ. Вот такой курс. Но вот сегодня я вам маленькую частичку рассказал только по планировкам. А помимо планировок есть еще, как заполнить техзадание заказчикам, как придумать идею, как ее визуализировать, как выстроить композицию, как работать с цветом, выстроить цветовую схему, как чертить чертежи, как сделать ведомость отделки и уложиться в бюджет. И, наконец, как это все презентовать так, чтобы у тебя это купили. Понимаете, это тоже очень важно. А то придумать-то можно много чего, а как презентовать, как сделать так, чтобы тебя поняли, услышали и захотели этого. Вот. Вот это все на одном курсе. Так, буду читать. Спасибо, очень интересно прошел вебинар. Алиса, спасибо вам. София, Иван, спасибо за вебинар. Спасибо, София. Анастасия, спасибо, очень полезно. Я рад, что было полезно. Для меня это самые приятные слова, когда пишут, что было полезно. Потому что у нас больше про пользу, чем про театр. Про театр это можно в театр сходить и развлечься, да. Милана уже на вас подписана. Спасибо за вебинар. Милана, очень приятно познакомиться с подписчиком. Поздно присоединилась к эфиру, как можно посмотреть запись. А по поводу записи, запись я разрешил выкладывать, поэтому вы сможете посмотреть в записи, если не посмотрели, еще раз пересмотреть, если кто-то пожелает. Поэтому здесь уже вопрос организатору задавайте, где он будет размещен. Разрешение я дал. Ну, есть. Естественно, с указанием моих контактов, Инстаграма, Ютуба. Вот. Спасибо. Спасибо вам, Светлана. Василиса, спасибо. Вебинар получился классный. Я очень рад. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за продуктивный вебинар. Это тоже мне очень приятно читать. Ребята, спасибо вам большое, что вы здесь послушали. Для меня это тоже такой своеобразный заряд и удовольствие, что есть чем-то поделиться. Кстати, напишите, узнали ли вы что-то новенькое для себя. И
Если вас не затруднит, то напишите, что именно вы узнали сегодня нового, то, что вы раньше не знали, не думали или догадывались, но как-то вот не складывалось. Но вот я уверен, что, ну, мне так кажется, что про стол очаг точно никто раньше не слышал, про очаг, вокруг которого нам просто необходимо собираться. Вот, поэтому напишите, что конкретно вам понравилось. Ну, то есть, чтобы я понимал, просто интересно даже, чем я вас смог удивить. Ну, и я думаю, что стоит, конечно, поблагодарить организаторов, которые для вас стараются и организовывают такие замечательные мероприятия. Помимо меня много спикеров выступает, очень достойных и интересных, поэтому за это большое спасибо, что вот организовывают, находят возможности, вас обучают. Я вот, например, 20 лет когда назад начинал заниматься дизайном, вышел из института, ничего подобного не было. Ни книг, ни интернета, ни каких-то вот занятий, вот ничего не было. А сейчас это ж просто рай. Учи, читай, обучайся, расти. То есть есть возможность вырасти буквально там за очень короткое время. То есть впитывать у мастеров, у разных мастеров, потому что у всех разный взгляд, ну это и классно. Все это можно собирать, компилировать и что-то свое на стыке всех этих знаний рождать. Взяли кое-что на заметку, но, слава богу, я очень рад. Знала про то, что нужно тщательно продумывать планировку, особенно родительской спальни. Это да. Это я вам еще не рассказал про территорию детей. А про территорию родителей старших есть такое понятие еще. Ну, бывает же такое, что мы забираем к себе родителей, они с нами живут, потому что вот они уже старенькие, за ними нужен уход. И как организовывать пространство, чтобы мы с ума не сошли. Они от нас, мы от них, чтобы мир и идиллия продолжалась. Про родителей прям задело по болевым точкам. Мария, а у вас дети есть, да? Сразу чувствуется. Ну, то есть уже прочувствовали, да? Понравилась планировка вашего дома, очень продуманного. Все, спасибо. Я надеюсь, что очень скоро я смогу его широко анонсировать, когда уже он будет наконец доделан. И я думаю, что это будет прям вот очень классный востребованный продукт, потому что он удобен, продуман, то есть не так тяп-ляп, как это делают, или вот типовые проекты, да, вот если сравнить, ну там же реально вот как-то быстрее-быстрее, там потом быстрее за 3 копейки продать и быстрее стройку начать. Вот у нас не про это, мы прям вот как-то что-то болеем за все, за это переживаем, стараемся сделать лучше, лучше, лучше. Еще раз убедилась, что я все делаю правильно. Ольга, так держать. Мне больше всего нравится ваша подача информации, все живо с огоньком. Спасибо. Я что-то сегодня наоборот думал, что я как-то немножко кисло. Трое детей. О, салют, у меня тоже. Ну что, организаторы, если здесь, то я думаю, пора заканчивать вебинар. Если кто-то смотрит в записи или смотрел, вы всегда сможете задать вопрос мне лично, написав в Instagram. Здесь вы видите, Gradis Interior. Поэтому пишите, не стесняйтесь, я всегда отвечаю, ну не сразу, может быть, естественно, через какое-то время, но отвечаю. Подписывайтесь,
И в завершение хочется сказать, как великий Йода в «Звездных войнах»: да пребудет с вами муза. Все, всем пока.